Давайте поводим Анюту. Но это было лет 10 назад. Масад Караджаев, Арман Дербаев играли сборной Есенова. Давайте поаплодируем. А этот парень когда-то на третьем курсе очень жестко порвал межфакультетский КВН. Давайте поаплодируем. Рустам Саман! Но лучше всего у него получалось выносить ширму и закрывать ее. Это Рустам. Но для начала хотелось бы сказать. Вы сегодня все видели, Еркун многогранный, он и рэпер, дзюдоист, качок, секси парень. Но как бы его ни называли, мы всегда его ласково, любя, в КВН называли Куденчик. Все об этом знают. У него очень есть такой талант, он очень умен, но у него, конечно же, все знают его более популярную, пятую точку. Так что мы его называем Куденчиком. Но на самом деле Еркан в КВН в 2003 году засветился, мы его назвали Куденчиком, но с тех пор он очень сильно поднял свое, так сказать, погоняло. Он уже зарабатывает на франшизы, друзья. Давайте посмотрим на экран, на чем же зарабатывает Еркан. Итак, смотрим бренд Кутен. Кутен Safety Breaker. Назовем это автоматический электрический прибор. Еще на чем зарабатывает Еркан, давайте посмотрим. Это электрический котел Кутен 3. Популярный в России очень сильно. Третий, давайте посмотрим слайд. Конечно же, немецкое масло Кутен 3. Тоже принадлежит франшизе Еркану. Но не только франшизой популярен Еркан, в честь него, возможно, и называли этих знаменитых людей. Давайте посмотрим. Шарль Кутен, французский писатель. Очень популярный в мире человек. Давайте еще один слайд знаменитых людей. Это, конечно же, Стив Кутен. Родился в 60-м году. Это знаменитый американский жокей. Итак, следующий слайд знаменитых, конечно же, древний баронский род в Швеции. Зовется именно не чем-то, а Кутеном. Это Швеция. И, наконец, гордость Еркана, гордость. Город Кутен, Германия. Давайте поаплодируем. На самом деле, тебя должны сделать почетным жителем этого города. Ну, специально нашему имениннику мы подготовили небольшой музыкальный подарок. Он попросил нас сделать это в стиле рок. Но так как мы не играли в КВН давно, мы немножко волнуемся. Нам нужна ваша поддержка. Итак, попросим вынести атрибуты, пожалуйста. Итак, уважаемые дамы и господа, кто-то уже паникует, перед вами выступает хор КВНщиков соточников. Итак, солисты подготовились. Обращается к самому интимному месту нашего дорогого друга Еркана. Песня про Еркана. Итак, поехали. Ты жопа растет у Еркана Кутена. Уже 30-й год, карьера растет, а с погонялом до сих пор не везет, что он только не делал. После шести не хавал халал, карагозил не хавал, и твердый бар не делал, шарабами попу спрятывала, с гули ночами потелала, сакцию попы делала, и казахи не хотела, но шапа растет. Уехали на Кутена, уже 30-й год, жопа растет. Уехали на Кутена, и скрипуха не прет. Ты знаешь, что Еркан сделала, ты прими свое тело, ведь твое погоняло.
тишина. Кризисом тут не пахло, ведь мы гуденом любя. А шопа сползет, уехал на гуденом на 50-й год. А шопа пройдет, уехал на гуденом. А погоняла? Нет! Это была песня... Эта песня была посвящена нашему другу Кутену. Вчера только придумали, извините за сотки. Но мы хотели бы сейчас самого именинника пригласить прямо сюда, в центр. Если можно, свет включите, пожалуйста. Да. Впервые в жизни я даю ему пятишку прямо в ладонь. Обычно это по бобью так будет. Ирка. Сегодня тебе 30 лет, и сегодня мы хотели бы сделать тебе необычный подарок. Ты недавно женился, у тебя недавно родился сын, но мы хотели бы добавить перчинку в наше выступление, вспомнить твою бурную молодость. Мы хотели бы... Гуля, прости нас, пожалуйста, мы пошалим немножко, и ему сегодня все можно. Итак, уважаемые дамы и господа, мы приглашаем сюда перчинку нашего вечера. Айбек, какую-нибудь музыку, можно эротичную? Да. Оу, просто закрой глазами начало и наслаждайся. Оу! Специальная перчинка нашего вечера. Здесь не я.